Салам, хурматлы ватандашлар, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Бун шол 20 йыл мунан озол гечен вака варада вар ятлашалин. Инни 20 йыл болуп барыя шол Санжар вакасы боюнча. Санжар вакасыны дегишле адамдар тутулуп, бүтүн дүйнөдө масхарачылыклы вежера болуп, шолорна өлүрмөгө келилер болор. Террорист, ай болор ен шоңа меңдеш адам дейіп, ине харамашы дейлен, құтырын, хайван, шол жүз адамдан қорқып, болори, ова болор өлмөзім, күлмөзім дейіп, түрмәз алды. Шолон ішінден бір ады белі адам, өңіні дүшін шағсиет, сиясы шағсиет, шол Борис Шейх Мұрадов. Ине Борис Шейх Мұрадов біз өзіміз бірақшық таңя себебі он қақысы раз-раз Шейх Мұрадов Москвада Академия науқты оқан тарих ұлымларын кандидаты. Менім қақам шөді өлірді оқап бір-бірін таңялар. О да шол философия ұлымларын кандидаты олып. Шо бір-бірін таңядылар. Ине мен шу чықышымы таярламаға башламды. Мен ене де шол бұлон аслын ерелі. Мен білен олырым бәхәрдәріні дұрынлы аслы. Ова қақшалы елен тиреден. Ене шолон қақасы Шейх Мұрад аға шол нереді нәхіл ядайды дейіп мен мұны иызарладым. Оның Иран төріклерді Иранна шол Харасан вилаятында бір 3-4 санақ текелен овасы бар. Бәш дерек дия, текелек хоз дия. Оның бі Гүлістан вилаятында да текелер дейіп енді бір ова бар. Инни шол Харасан вилаятының шол 5 дерек овасына яшап беріні Кеньянқы Шейх Мұрадағы. Бұлар шол 27-37 еллерді шол атышық дөуірлерді бұрыр геден кетшен. Оның Шейх Мұрад ағаң шотайда шол хайатым мар, шол яңқы бәш дерек дейлен овыды бағам мар. Ёна шол Шейх Мұрад аға соң оның өзі ат сейсі болын соң, ол өз досына хажи келі мұрад дейлен адымияны көшіп шулырны нәмі отайда айреттін яшап өрлір. Яшының ақыррағына бір өз ялық бір чайны суыны середер ялық бір машқылы дейдіні оның өрі чағы қалмады. Ине шулың аслы шол. Ова мен мұны неден миллион себебі шол өзімім шол мақтумлы атамының 250 еллігіні мен шол ат жүріші қатынаштым. Оның нөқұрың қараулы овасындан үстінден бұ айдереден қараулы ова аңырдан арвазың ішінен кетшемді. Шонны не шұтайды шол дегірмен бар, дегірменің қаптарына арваз дейілен, яңқы заставы бар, серхет заставаты, серхет қала. Ана шұтайдан шол көрініп дұр дейіп маңа шол Озолон бір күрің мәрділеріне мен шоңның хабарлы болымсың. Йөнені яңқи шың машқала хақты күрің әденде, араз-аразы шың Озолон Борис білен Константин еп Озолон ико олы болын. Йөнекі 1948 жылың ерран шығына шоқ шағылың икетім пақыр олы. Ондан соң күб олын шағыларына да ені де бұлор Мар Николаевны кісі, шол Борис білен Константиннің адындақтылар. Етліштірділер, оқуы берділер. Борис түліме журналистик факультетіні ұтырды. Шың ғалық немедіп, ішіліп, соңының түркмен саңа келді, дашары үрт министрі болды. Ені оңы қарамаздан араз-аразы чітейлен адам, ол бір доғымлы адамды, шоу адам азатлыға шол интервью береді. Мен қақымам береді оны. Мен азатлыға айадырам, айды білсе қанды середім шот, айды болаймал шол. Құрван кәрізім шол интервьюіні берді. Ода хич яран ақты, харамаша, қахары келеді. Не ашы қахары келді де, ол адамлар хич сақлап болмия. Олар көні дөңің адамлары. Ине шол Борис шот айда ішіліп бүрін соң,
ahri şol bir haram maşin edip bürün edene ettiligine diktaturasına karşı Hıtay'dan sonra ondan çıkıyorlar ediyorlar bulur ne bir topar adam bulur. Ne şunun için ne men öz fikrim, şahsi fikrim Şotay'da adam kendine, Şotay'da yüzü oluyor adam var. Ne şu vakit ne men arada çıkış edemde aynı biz o biz aslımız başka bir harizmli nemeli. A bolyasız harizmli bolyan mı olsa ne Türkmenistan'ın içine yaşayıp biliyorsunuz da dilinin var, okuğunun var, bilimin var, doğru değil mi? A İran'a kalanlar nem etmeli. Olur İran rayetleri. Ha? Ya da diğerine Baris ile Berde şol nemi Ecevi Ermenilerden o Mar Nikolayevna Pahir yatan yeri yatıp olsun olun. Ben şol yankı özüm şol olurlan yakın bulamızdan sonra ben şu araz araz önünü özüm şobat yankı yol var şu öz kara Mercedes'im bilen gidip şunu caylaşmaya gidip geldim Beherden'e. Beherden'in konamçılığına. Yani şu zatların hemmesini indi bulur şu devletin borçuna nerede olup siyasetine karşı bulur gülüş ıglan edip yüzü kolayı adamlar çıkış ediyorlar olayın şu çıkışın yanlış yeri bulmasa bulur bitirip yüz adam tutulmalı öyle. Türkmenistan'ın her etrafından her tiresinden var şu tadı. İng mulmanına ne şey ne vekillik vardır yani ki İran'a ne mi oldu çol. Ne bir kıllar ve atalardan ol. Ödem ne şol oğlun gidip şol Baris'in atasının tarihini yazık gelenlen biri şon şotak barkaydanını şol adam uğradığını bana İranlı yankı nemeler aittiler. Havar yetirdiler. Şimdi ben açık bolyanım şol adamların içinde ne hilem olsa ben öz fikrim doğru hesap bolacak olsa şol yol başı olup şotaydı ilki velen Çağrı hanamın oğlu Nur Muhammed hanamı gelmeli. Ama son birden şunu üyüt göttüler. Kim üyüt gödüp, ne için üyüt gödüğünü bilemez dönüm. Ben öz fikrim de. Birinciden Nur Muhammed deyilen adam gideyinle de on kahakası var ağrıyla adam olun. Şol tutullu deyilenle de bol mana tecenin bir sevdi, bir bölüğü bundan bir emel var mı diyeceği belli. Onlar edil bulur yalak bulmazdı. Eberde onun ne molli? Hem mesele de yok, bulur bizde muğalak karnaş yok. Ama bulur bizim doğunumuz değil. Ne ettiler? Yurdu şeytirip yıktılar. Maşkala institutu yıkıp, yurdu şeytirip dize çökördüler. Hani ayarları? Hanayarlı onları, erkek de onları. Doğru, korkuyanırlar. Ha bizden korkudular ha. Ne açı korkutsalar ama saklamadılar. Ben oluyorum, öncek olup diyeyim ama. Gitti öyle. Baris ile nem kuruluştu. Baris, barma. Ona sen gerek. Sen sesini neyim oluyor? Neyim için böyle kuruluştu? Ay ben yadav, sen yadav değil. Sen anana ak barma onu sen gerek deyip şey ittirip aydık gitti yule. Şu zatların hemmeti geçen zaman yani ben öz fikrim. Eğer de Baris'in yerine Nur Muhammed gelen olsa ona Baris anırda kalıp ne ile olsa şol siyasi taydan ol bir Birleşen Amerikan Birleşen Ştatları olsun, Rusiyet olsun, yine de Avrupa devletleri olsun, şunun hemmesini kurnap edil bunun yalık sancar ettirir uydama sebebi haramaşı korkusuna var. Bunların hemmesini üyüşürdü de edil Stalin'in etçi yalık etti. Şu zatların hemmesi var ulu kan yanlışlık ne için şol yüz adam gitti ne için şolur ne abırdan ne şu gittik de yani şunu şey deriz onu koyuyoruz o ademin çağırırız bunu üyüşürürüz diğerlerde a şol
bir yol var olsa, abirden şol bolmasa, onu nemetmeliyle yok man bir çözgüt bolmalı. Men şol çözgüdün yok, yok doğunu nıhtacak bolyan. Eğer bulun olsa, olur beytirip özünü tutturmalılar. Neyse kıynan sağam. Şimdi bir bütün halkımızın, o bir devletimizin içinde bir ulukan yitki sebebi halkın kaymağı, şol giden yüz adam, bizim milletimizin kaymağı, bilimli, soğutlu, o olsunu da var, kahraman adamlar, kaydusuz şol adı giden adamlar. Onun yeniden şu meselede men bir haram dağ olen, on haram saçak oğluna yüzlenecek olen. Haram da 20 yıl bundan uzun ay men bulur değildir o diyen neydin sen? Yadına düşer mi Amerika'da? At oynattın mı? Sana oyun mu ol yüz adamın ömrü? Ha? Serdar Sıçak senem kakan yalakını ne mi? Yende 20 yıl karıştıracak olayan bu halkı. Ha? Olur değildir o diyen diyecek olayan mı senem? Senem şu o tayar mı? Ha? Hiç açan inni geçmez bu caş emeliniz. Men 2015 yılı çıkamda gelip ayttım. Şolur diri değildir, diri yoktur. Ama ne hilem olsa iki tarafa siyasi celepliğe başvurulur. Ay şolur diridir, öy diridir. Öy diyenip kurun ettiler. Ne de şunça yıllar karışıp bolya. On ölçüğünü gözün yetip durka. O karışman ödü, şol ölümün, şol adam öldürülüp durka. On daşından, senim şu koşulan adam mı kalyana? O ne hile karışı ölüyeniz 20 yıllar? O ne hile giden milleti, milletin kaymağını tutulan son, türmede bir birden öldürülüp durka, o ne ehli bulur sağlığımın izine kovulak koy veriyorlar. Şu mesele katı ervet hem de kıyın meseledir. Bütün Türkmenistan halkı içinem hemem halkara siyasete koşulayan siyasetçiler daşarı yurdun siyasetçileri bunun hem mesne de değişlidir. Katı ullukan biyavrayçılık şehittir bir halkın içinden yüz ademini. Entek hiç yerde yoktur bir. Tineydin taş tevurumda. Özbekistan'ı attılar adamlar. Kazakistan'ı da, Kırgızistan'ı da attılar. Yöne atılan halkın önüne görünüp dur. Ablor ne attılar? Bunlar ağacı öldürdüler. Vurup vurup sünklerin dövü öldürdüler. Onun için yine 20 yıl dolup var ya. Serdar Sıçak inşallah yine obasya deyilen mesele vardır. Salam aleyküm karış. Bunu hükman ağlar. Berde Birleşen Milletler Kurumu'nun içinde de gen asambleye olmalıdır. O tarihte de salam aleyküme karışkın sen. İçtin mi? Siz var ya atalı oğul olup beytirip halkı pırlap edenimizi ederiz. Türkmen sani şeytirip var ya edil hudayı ola tayarlanan koyunu yalak iyili iyilinden beytirip ulan ortu ilen pikire hiç o pikirle yaşamana size unlukan yanlışlık. Halkını bunu ettirmez. Halk ödün köyünü talep eder. Gidecek yerinizden yoktur. Sebebi halkın hakkı var. Narod imeyit prava. Salam hormatlı vatandaşlar. Zdravstvuyte, dragi Turkmenistanci. Сегодня я хочу поговорить о тех людях, которые встали на защиту народа и отдали свою жизнь. Выступили против диктатуры Харамбаши,
против тирании. И, безусловно, в первую очередь я хочу назвать человека из известной нам семьи. Я знал отца Бориса Шихмурадова, знал его брата Костю. Вот. И даже мне удалось узнать историю ихнего деда Шихмурадага. Они дурунские, из племени Гахшал. Вот там где-то в 27-37 годах люди вот в период сталинских репрессий, они переходили границу. Я вот ходил в 83-м году в конный пробег Ашхабад, Геркес Ашхабад, посвященный 250-летию нашего классика литературы Махтумкули, и мы возвращались через, значит, Нохур, мы возвращались потом через Гараул и потом через Арваз. И вот когда мы шли через это ущелье Арваз, там вот один из парней объяснил, что там вот наверху есть старая мельница, а от этой старой мельницы есть там застава Арваз. И вот на этой заставе Арваз, если подняться с горы, посмотреть, то уже на стороне Ирана есть вот это вот село. Вообще на территории Ирана есть несколько, там в основном-то живут йомуды, гёклены там и так далее, но есть и текинцы, там несколько сел. Вот одно село есть, там вот вилаят такой есть, Гулистан, так оно и называется, Текелер. А вот где-то четыре села есть вот в Хорасане. А Хорасан это охватывает примерно от Гёктепе до Кизларвата. Вот эта вот территория вот параллельно с иранской стороны, это и есть Хорасан. Вот там вот где-то вот 4-5 сел. Я был у них в семье, потому что Аразараз учился в Москве, в Академии общественных наук. Он историк, кандидат наук. А мой отец заканчивал тоже эту Академию общественных наук, и он философ, защитил там диссертацию. Мы знали, потому что мы маленькие были еще, и вот они встречались, мы встречались на русском базаре, идут, например, Аразаразыч идет, и я, отец идет с нами, и он, всегда они хорошо разговаривали, встречали, ходили друг к другу, играли в шахматы. И, кстати, я вот здесь вот хочу сказать одну особенность. Аразаразыч, несмотря на то, что Борис Шихмурадов был министром иностранных дел, он выступал по Азатлыку. И Харамбаши очень обижался. Кстати, мой отец тоже давал интервью в Азатлык. То есть это были люди совершенно другого уровня. И от этого Харамбаши в восторге, естественно, не был. Так вот, Бориса я знаю. Почему? Потому что он учился в первой школе. А я учился в шестой школе, он на пару лет старше меня. Вот, поэтому я уже увидел его, когда он был повзрослее, снова приехал в Туркменистан. Гуван Джумаев, когда мы с ним сходили вместе в конный пробег Ашхабад-Москва, он вот на это вот здание, вот это Совмина бывшее, так, Совета Министров, он встретился с одним таким полным мужчиной, поздоровался, все. Я стою с ним, жду вот так вот. Ну, они поговорили, смотрю, деловой такой мужик. Вот. Не узнал я его, но он мне подходит, Гуванчик, говорит, знаешь, кто это? Я говорю, нет, не знаю. Шихмурадов Борис Аразович. Я говорю, ну, понятно. В общем, потом мы тоже познакомились. Дело не в этом. Дело в том, что этот человек оказался лидером сопротивления диктатуре Харамбаши. Но это мое мнение. Просто вот, например, говоря об истории этой семьи, не упомянуть, что его дед тоже в свое время оказался за пределами Туркменистана. Он оказался в Иране. Вот я недавно выступил, там ребята говорят, вот мы вот хорезмийцы, и вот нашу территорию вы взяли, а та территория тоже наша, и там остались наши люди. И они теперь иранцы. Как им быть? Это история. Хорезмийцы, вот древние. Вы, может быть, и древние. Было и Кушанское царство, было и Парфянское государство. Я просто отвлекаюсь на секунду, но я хочу сказать о роли этих людей. Так вот, этот вот Шихмурад-ага,
Он сам по себе, его специальностью, он был знаменитый сеис. Он тренировал лошадей к скачкам. Этого многие люди, может быть, и не знают. Вот. И вот он сперва пожил немножко вот там, в этом селе, который называется Бяш-Дерек. А потом у него вот друг там тоже одинокий был такой человек. Он говорит, давай, говорит, ко мне переезжает. Кстати, вот это вот в этом селе Бяш-Дерек, там вот остался и забор вот этого вот, где жил вот этот вот Шейх Мурад Ага, и даже вот, значит, вот сад, который у него был. А переехал он вот в этот вот Тевелекхоз, переехал он к человеку по имени Хаджигельмрад. Вот у него там лошади, он тренировал. В общем, это два уже стареющих человека, которые поняли, что они не смогут вернуться на родину, что там дорога закрыта, и он там жил. Вот. Потом он уже под старость женился, так сказать, у него была женщина, но так, чтобы уже поздно было иметь детей. И вот его дети остались здесь. Остался Ораза Разыч. У Ораза Разычева от, значит, Марьи Николаевны были два сына. Были такие Борис и Костя. Но они оба погибли в 1948 году при землетрясении. Потом родились снова Борис и Константин. Оба сына. И они их воспитывали, давали им образование, давали им понимать, кто такой туркмен, что такое Туркменистан, историю Туркменистана. И поэтому Борис не случайно оказался среди тех, кто возглавил эту борьбу. Теперь по поводу этой борьбы я, конечно, хочу сказать, что помешало Борису, это мое личное мнение, помешало ему, конечно, то, что все-таки ему не хватало вот этого языка, знания языка ему не хватало. Потому что нет языка, нет ключа к ментальности. Не знаешь ментальность, тебя могут ты просто остаешься открытый. Вот, там, потому что все равно вот, есть вещи, которые скрываются за фразами. Сам по себе он был очень умный человек, образованный человек. Вот. А Ораза Разыч тоже, вот уже когда он умирал, мы приходили к нему в гости. Кстати, почему меня, собственно говоря, и взяли, что мы приходили в гости к Ораза Разычу. Что когда он умер, я на своей машине, а у меня был Мерседес черный. Я сам был вот в этой, участвовал в этой похоронной процессии. Мы ездили в Бахарден, и вот на этом Бахарденском кладбище его хоронили. Вот. Наши вот эти вот отношения, близкие, уважительные отношения, конечно, они вызывали негодование у Харамбаши. Вот. И он не дает. Он знал, что я человек слова, человек дела, так? Но несмотря на это, он очень такой ранимый был, завистливый был человек. Потому что Борис, конечно, это был интеллектуал, он был образованный человек. Очень многие поднимают национальный вопрос, региональный вопрос. Обратите внимание, 100 человек практически с каждого региона. С разных племен. Они все собрались, и они все, к сожалению, погибли. Погибли из-за того, что что-то было недоработано. Чего-то они не учли. Я вам рассказывал о том, что вот я отправил Юлю, сказал, пусть не приезжает. Вот Гуванч ошибается. Кроме того, я же знаю, что Гуванча буквально перед этим брали. Так, потом он вышел. Я не хочу его подозревать или тем более наводить тень на плетень, но все равно это уже означает, что люди были в разработке. И поэтому Юля поехала, его предупредила, и она ему сказала. И он, у него был такой голос, и я вам об этом говорил, она ему сказала, слушай, Борис, почему у тебя такой голос? Он сказал, я, говорит, устал. Она сказала, ты не устал, ты не веришь. Не приезжай, ему ты нужен. Не приезжай. Оставайся, пока ты там, он ничего не сможет сделать. Но Борис, вот, видимо, такая была осознанная ситуация, потому что меня там нет. Я не знаю, кто там чем руководит. Единственное, несмотря ни на что, у меня есть, конечно,
абсолютная уверенность, и в том числе уважение к человеку, который там среди них был, так, что он бы ни за что не предал. Я говорю о Нурмухаммеде Ханамове, потому что он должен был поехать. Но почему-то переиграли. Переиграли, и Борис поехал. Он даже не стал сопротивляться ему. Он не стал ему говорить, ну ты же сказал, что я или еще что. Но в любом случае сам процесс, вот когда уже должны были выехать, в любом случае Ханамов это человек Чары Ханам, сын Чары Ханамова. Это теджинский оазис. Я думаю, если бы он бы оказался, хотя бы кто-нибудь поднялся. Ведь беда в том, что ни одна женщина, ни одна семья не встали на защиту этих людей. Вот сейчас говорят некоторые люди, а вот там вот, значит, вот они зэки, тюремщики, а кто не зэк в Туркменистане? Есть такие семьи? Есть такие кланы, где не сидели? У нас 99% населения прошло через тюрьмы. Либо брат сидел, либо сестра, либо мать. Кстати, жена Константина Айна сидела. Костя тоже умер. И Борис там умер. Это восприняли по-другому. Но я хочу сказать сейчас ваше внимание, сосредоточено на том, что почему вот эти вот 100 человек, а это элита, так, это образованные люди, сильные люди, волевые люди, они знали, чем они рискуют. Пошли, но у этих людей не оказалось плана «Б». Был план «А», а плана «Б» не было. И это касается в первую очередь тех людей, которые остались. Остались. Как это можно было? Если бы все-таки уехал не Борис, а Нурмухаммед Ханамов, я не к тому, что он менее ценен еще. Нет, он не менее ценен. Он даже более ценен в этой ситуации, потому что его клан теджинский встал бы. Вот я просто, это мое мнение. Вот. А Борис, к сожалению, да, он эрудит, интеллектуал, но он не был в туркменской среде. У него нет таких связей. Да, в верхах есть, но в народе нет. И вот эта вот ситуация, когда вместо Нурмухаммеда поехал Борис, мне кажется, она была фатальной ошибкой. Потому что если бы Борис там был, он все равно, у него были связи международные, и он бы поддержал. И я думаю, что и вот эти вот семьи как-то все-таки мы, может быть, среагировали. Самая большая беда нашей страны в том, что диктатура расправлялась не просто с людьми. Там вор он, не вор, там или он наркоман, не наркоман, политик, не по... Нет. Они уничтожали институт семьи. Не просто брали человека виновного, брали жену, брали братьев, брали сестер и тотально давили всех, и на всех были организованы уголовные процессы. А потом уже как бы так сказать, вот мы тебя оставим в покое, но смотри, веди себя хорошо, молчи. На этом сломалось туркменское общество. На этом сломался институт семьи. И сейчас, когда Харамдаг и его этот сраный сын пытаются сохранить свою власть, цепляясь за вот эти вот приемы бывшего Харамбаши, они же вот что делают? Они то же самое делают. Так вот, возвращаясь к тому, что есть, прошло 20 лет, отцу Куванча было 78, сейчас ему 98. Жив он? Где эти люди? Я в 2015 году говорил об этом. И потом еще пару раз напомнил. Теперь прошло 20 лет. Харамдаг,
Миллипидр старший, я к тебе обращаюсь. Сердар Сычак, Миллипидр младший, и к тебе обращаюсь. Теперь мы еще 20 лет будем ждать. Теперь ты поедешь там, будешь выступать и говорить, что ты думаешь, что он жив. Но это боль всего туркменского народа. И это стыд для всех людей, которые считают себя политиками. Вот так вот отнестись к этой трагедии, когда совершенно очевидно было, что людей вгоняют в обман, отправляют за миражами огромное количество коллаборантов, заявляли: нет, они живые. Я верю. Мы верим, что они живые. Верить – дело неплохое, но надо было доказывать. И ждать 20 лет, когда там все, весь хлеб рассчитан на 5 лет, это есть соучастие в этом убийстве. Никто не имел права ждать и смотреть, как идет расправа над политиками Туркменистана, вышедшими в защиту народа. Народ имеет право. Халкан хаква.